Юлия Ковальчук нельзя назвать скандальной персоной. Все, чего она добилась, это не результат участия в попсовых шоу, не продукт хайпа. Она тоже может сесть на шпагат, но не делает это своей фишкой, не рожает в прямом эфире т. Д. Тем удивительнее для фанатов певицы было увидеть в ленте социальной сети Instagram слишком откровенное фото Юлии Ковальчук, которая сейчас находится в Испании, опубликовала снимок, на котором она позирует без нижнего белья. Тонкий свитер не скрыл ничего из того, что обычно принято скрывать. Юля, зачем вы это сделали? Вы же понимаете, что сейчас начнется. Попытались некоторые подписчики образумить звезду. Но Юлия публикацию не удалила. Разумеется, в комментариях тут же поднялась волна возмущения. Фанаты осудили певицу за этот поступок. Впрочем, некоторые высказались, что у Юлии такая безупречная репутация, что ее уже давно пора скомпрометировать. Тем более, что стесняться певицы нечего. Несмотря на то, что звезда полтора года назад стала мамой, ее формы это нисколько не испортило, хотя Юлия кормила дочку грудью.